Добрый день. Сегодня хочу рассказать вам о угловом диване, который называется Ник 3. Довольно компактный угловой диванчик, у которого довольно хорошее спальное место, 1,40 м на 2. Я вам расскажу о его плюсах. Большой плюс его, он универсальный. Угол можно заменить в домашних условиях на левый и правый, и вы можете каждый день переставлять. Ширину боковин можно регулировать. Минимум 5 сантиметров, максимум не ограничен. Вот один ящик для белья. Вот второе место для хранения. Получается два больших ящика для хранения белья. Сейчас мы его разложим, и вы увидите, какое прекрасное спальное место. Есть задняя стеночка, у вас получается большое широкое место. Весь каркас сделан из фанеры, все на пружинных блоках. И в Атине поролон в производстве не используется. Большой выбор цветов и конфигураций. Вы можете приехать к нам и заказать. Мы исполним любое ваше желание.